Губернатор Сергей Морозов провел расширенное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особое внимание глава региона уделил теме выполнения майских указов президента и переформатирования работы комиссии. Я надеюсь, что мы сегодня проговорим о перезагрузке нашей комиссии, трехсторонней комиссии, которую мы хотели бы привести в соответствие с Международной организацией труда, чтобы она была и структурна, и вот если хотите, вот такая же была настойчивая, настырная, в хорошем смысле слова, такая была вот боевитая, как и Международная организация труда. Главным вопросом повестки дня стала тема о принимаемых мерах профсоюзной организации УАЗа. Напомним, на автомобильном заводе запустили программу добровольного высвобождения сотрудников. Работникам предлагают написать заявление об увольнении по соглашению сторон и получить выплаты в размере 3-месячных зарплат. По словам председателя Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолия Васильева, сегодня цифра уволившихся по собственному желанию уже перевалила за 1000. И на сегодня это положение на предприятии действует. Для того, чтобы говорить о массовом увольнении, это более 10%, необходимо, чтобы был приказ на предприятие, были как бы, в приказе изложены категории людей, которые подпадут под дальнейшую процедуру, и соблюдены все законные как бы, процедуры, которые защищают работника. Всем этим людям помогут найти новое место работы через центры занятости, куда уже подали свои заявки 50 человек. Кстати, изменения коснутся и областную службу занятости. Мы хотим внедрить в Ульяновской области модель службы занятости по типу модели Москвы, в которой сейчас работают центры «Моя работа», «Моя карьера», бэк-офисы. И сегодня это очень актуально, это очень важно. Мы очень хотим, чтобы наша служба занятости стала современной, чтобы она отвечала современным требованиям и работодателей, и соискателей. Ну и вдохнем в нее, я надеюсь, вот новую жизнь такую и активность. Также гражданам предпенсионного возраста, работникам УАЗа и других предприятий, которые переживают за свое место работы в дальнейшем, можно будет пройти профессиональное переобучение. План мероприятий региональной программы рассчитан на 6 лет. За это время в Ульяновской области планируется обучить почти 3000 граждан предпенсионного возраста, 497 человек уже в этом году. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.